Невозможно представить себе что-либо более ценное и важное, чем жизнь и здоровье человека. Основной принцип и главная задача охраны труда – сохранение этих ценностей путем предотвращения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Именно на это и направлены все мероприятия по охране труда во всех организациях страны. Как отмечают организаторы областного смотра конкурса на лучшую организацию профсоюзами работы по осуществлению контроля за соблюдением законодательства по охране труда, в 2020 году выбирать победителей было сложно. Ведь ввиду эпидемиологической ситуации работа в сфере охраны труда была усилена и являлась наиболее важной. Данный конкурс у нас проводится по трем номинациям. Это лучший профсоюзный комитет на наших предприятиях и организациях, лучший общественный инспектор по охране труда и лучшая комиссия по охране труда. Я хочу сказать, что наши профсоюзные лидеры в этом году провели общественный контроль в отношении и выдали рекомендации порядка 22 тысяч. Ну, конечно, это бы не могло осуществиться, не имея достаточно хорошую армию общественных инспекторов по охране труда. У нас их порядка 10 700 человек, которые стоят на страже данного направления работы. Награждение дипломами и специальными призами участников смотра конкурса проходило в праздничной обстановке и сопровождалось выступлениями творческих коллективов предприятий Бреста. Это событие имеет вес не только для областного объединения профсоюзов, а непосредственно и для 29 общественных инспекторов, участвующих в конкурсе. Они изучают, обследуют рабочие места на предприятиях, как, значит, работает оборудование, как обеспечены санитарно-бытовыми условиями работники, спецодеждой, спецобувью. Это очень важное направление. И если что-то они выявляют ежедневно, эта работа проводится, то сразу же пишут какие-то документы, которая называется «Рекомендации на устранение нарушений». Общественный инспектор выполняет такую роль, чтобы предвидеть, предугадать и предупредить работающих, чтобы меньше было травматизма, заболевания. Ну и самое главное – это здоровье и жизнь человека. В настоящее время в связи с интенсивностью развития производственных процессов, появлением и развитием новых видов деятельности, охрана труда приобретает все большее значение. Это еще раз подтверждает тот факт, что соблюдение ее основных принципов в современном мире является наиболее эффективным инструментом для успешной и защищенной деятельности предприятий и, самое главное, людей, работающих на них. На нашем предприятии огромная роль уделяется охране труда, именно обеспечению безопасности наших сотрудников. В нашей системе работают профессионалы своего дела, и безопасность для нас стоит на первом месте. В этом мы работаем все совместно. Наниматель обеспечивает и организует охрану труда, выделяет нам финансовые средства. Профсоюзная организация вместе с общественными инспекторами ведут налаженный контроль работы с работниками. Значит, обучение, идет обучение наших общественных инспекторов. Подведение итогов работы деятельности в сфере охраны труда является важным моментом для работников всех предприятий. Это мероприятие стимулирует их трудиться и в очередной раз подчеркивает важность этой деятельности, ведь безопасность людей стоит превыше всего.